Приветствую вас, друзья! Как вы знаете, я увлекаюсь цитрусовыми и хочу показать, каким может быть лимон спустя 3 года после укоренения. Вот такое дерево. Чуть меньше 3 лет назад я укоренял черенки лимона. И вот что получилось. Этот лимон цвел прошлой осенью, но весь цвет осыпался. А сейчас, вот весной, на нем завязались лимончики. То есть цветки отцвели, и лимоны завязались. Здесь 3. Здесь тоже 3. По-моему, где-то было еще. То, что завязались плоды, еще не значит, что они смогут вызреть, они запросто могут еще отпасть. Но я надеюсь, что в этом году попробую свои комнатные домашние лимончики. Мандарины мне удалось вырастить и получить от них вкусные плоды, ароматные. А вот лимончиков я еще своих не пробовал. Вот такое дерево большое. Причем я его особо не формировал, и мне нравится, как оно растет. Вернее, я не то чтобы не формировал, формировку можно понимать по-разному. Конечно, я его обрезал, где хотел, но ветки не подгибал, не подвязывал, и они росли, как росли. Я бы хотел его пересадить в горшочек побольше, но так как на лимоне плоды, на дереве лимона, придется подождать. У меня есть еще один лимон, на нем нет плодов, он не цвел. И его-то я и пересажу, пожалуй. Вот такие небольшие промежуточные результаты моего цитрусоводства. Олег, тебе нравится лимон? Ну да ладно, он тебе и не должен нравиться.